у этого замечательного блюда по-настоящему богатый и насыщенный вкус. Обязательно попробуйте его, и вы, несомненно, останетесь приятно удивлены. Этот простой рецепт говядины по-царски, на мой взгляд, обязательно стоит включить в свой список праздничных блюд, так как готовится оно очень просто, а мясо получается очень вкусное с грибной прослойкой, да еще и под сырно-майонезной шапкой, просто объедение. И, если у вас есть небольшой кусочек говядины и немного грибов, то я с удовольствием расскажу вам, как приготовить говядину по-царски из таких простых ингредиентов. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Для начала нам необходимо подготовить все необходимые продукты. Мясо нарезаем кубиками шириной около 3 см, грибы режем небольшими пластинками, лук полукольцами, сыр натираем на крупной терке. Теперь хорошенько отбиваем мясо, посыпаем солью и черным молотым перцем. В сковороде разогреваем масло и обжариваем на нем мясо до румяной корочки. Выключаем огонь, а на мясо выкладываем нарезанный лук. Подписавшимся, больше вкусностей. Этот слой также посыпаем солью и перцем и выкладываем на него шампиньоны и мелко нарубленную зелень. Теперь добавляем небольшой слой майонеза. В конце посыпаем тертым сыром. Ставим сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 35-40 минут, все готово. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Говядина 400 грамм, лук репчатый 2 штуки, шампиньоны маринованные 300 грамм, сыр 150 грамм, свежая зелень 70 грамм, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!